читаем, в общем, что ребенок написал, да? Жил-был поросенок в кро, что, блядь? Кро. Кро. В кро. Жил-был поросенок в... Где? В кром. А я-то прочитал. Ты видишь, что тут написано? Жил-был поросенок, а дальше, блядь, это иероглифы какие-то. Подожди. Там про дом что-то должно быть. Ну тут не домик даже, я не знаю, в кро. Кро. Не, кроличья нора, вот, хочется сказать. Ну, в кро. В кро. Пиздец. Ему в Лэнгли надо, блядь, работать. Шпионом быть, шифры писать. В кро. Нет, там другое слово. Ладно, дальше поехали. Опа! Мне нравится, у тебя это такое ощущение, что ты в туалете. Прит. Вот, а что это за знак? Это таблица Менделеева, знак Ферум, да? Что это такое вообще? Буква К. Не, это вообще жесть, ты мне показал. К нему! Господи! К нему! Волк! А волк! А где тут? Это буква О, да? Вот это. Да. Это волк. Волк и го. Говорит. А. Пришел волк, в общем, и говорит. Ого, ничего себе, рожали 3 месяца эту фразу. Пришел волк и говорит. Впусти. 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 А поросенок говорит нет. Нет, волк. Что, блядь? Не бреже, а небрежный волк или что? Не бре... Что? Не вру... Что? Не вружиться или... С твоими этими исправлениями тоже. Вот что это такое? Не вружиться. А волк говорит. А них... Них... А них капитулируем, них капут. Волк говорит, них капут. Не впускаешь меня, поросенок, них капут, я не войду. Но я и не сдамся, очень хорошо. Открый что? Открый... Вай? Нет. А волк говорит, а них-то... О, де... Открывай, может? Где вот тут написано «открывай»? Что это за слово? Весна. Подожди. Виновата она. Юра нам поет. Говорит. Давид. Говорит, вот. Не, надо... Я не могу так прочитать. У меня, говорит, у меня насел... Три. Волк говорит, у меня носил треники. Что? А волк говорит, я носил треники или что? Нет, там треники, ну... дом, начал. И крыша, начал. Начало. Как, ну, когда вот ты написала, когда это я понял. Когда. Когда. Извини, у меня слово вылетает, подрочит.
Падать? Нет. Крыша падает там. А, когда крыша начала... А, вот, вот оно что. Когда крыша начала падать, и опять волк. Волк стал кричать, когда мы кричали, что это зачеркнуто, из его пасти. А, ну это же ты уже писала. И вот когда волк стал кричать, из его пасти вылезли два брата поросенка. Ничего себе, вот эта история. Вот это понимаешь, это сколько тут 10 строк. Вот это... Ты еще про Юпитер не читал. А, я про Юпитер еще не читал. Ну ты букву И на И надо исправить. Исправишь. Туши контору, наверное.